Малый и средний бизнес одобряет шаги, предпринимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако многие могут понести значительные убытки. Президент Союза Одинцовская торгово-промышленная палата Виктор Тарусин сообщил, что ОТПП реализует комплекс мер, направленных на поддержку отдельных предприятий. Это правовая, юридическая, информационная и консультационная работа, направленная также на укрепление экономики муниципалитета в целом.